Всем привет, народ! Очередная посылка от подписчиков. Точнее, сегодня их у нас две. Две посылочки. Одна, точнее, даже не посылка, это, скажем так, бандероль, потому что лежала в почтовом ящике. А это уже такая вот маленькая посылочка, единичка, коробочка. Ну, так тоже весомая, скажем так, вес килограмм 260 грамм. Вот сейчас мы их с вами и распакуем. Мы посмотрим, что мне там прислали. Может быть, даже и не мне. Поэтому будет достаточно интересно. Начнем, наверное, с бандерольки. Прислала ее Русин ВВ. Какая-то бумажная продукция. Сейчас посмотрим. Секунду. Ух ты! Каталог деталей трактора Т-150К, друзья. Достаточно старенький. Но достаточно, думаю, подробный каталог. Кстати, полезная очень вещь. То есть, для чего такие каталоги нужны, сразу поясню. Каталоги очень удобны, когда, допустим, нужно заказать какую-то деталь, допустим, у дилера, у магазина, но вы не можете точно объяснить продавцу именно, что вам нужно. И он, во всяком случае, не всегда может понять и, допустим, найти вам. Поэтому в каталоге обычно указывается нужная деталька. То есть, просто на примере, вот, разворачиваем, смотрим. Ну, к примеру, что вам показать? Вот привод насоса. Какую-нибудь шестерню, какую-нибудь втулку, то есть указать. Объяснить, какая вам нужна втулка, в каком месте, вы не можете. То есть вот этот каталог вам поможет сделать. Вы просто смотрите цифру на рисунке, ищите в таблице его номер и просто звоните в магазин, говорите, у вас есть вот по таким цифрам вот эта деталька, и вам ее находят. Очень плотно пользуемся на примере комбайнов, особенно комбайны вообще постоянно по каталогам приобретают запчасти. Так что спасибо, я думаю, вещь пригодится. Не знаю, насколько она сейчас актуальна достаточно, ибо такая каталог достаточно старый. И не могу сказать конкретно, но думаю, что-то там должно сходиться и подходить. Так что спасибо. Отнесем на работу. Следующая посылочка у нас. Так, откуда был у нас товарищ Русин? А, Свердловская область. Да что это, Свердловск у нас была посылочка. Ну, а теперь очередная. Эту посылку нам прислали из Пермского края. Город Лысево. Прислал ее Казанцев Максим. Вроде бы распаковал. Теперь нужно найти, где это все открывается. Почта обычно упаковывает очень хорошо такие вещи. Все швы проклеиваются скотчем очень тщательно. Все, нашел. Вот он край. Отлично. Опа! Ой, а мне было похоже уже. Такое ощущение, прям, что у меня прям такие чистоплотные люди за мной ухаживают, друзья. Пара уже летних перчаточек. О, мой размерчик. Это, наверное, чтобы я в солярке и в солидоле не ковырялся. Мне прислали такие вещи. А что, удобно. Кстати, да, размер мой
прям свободно рука дышит и шевелится там. Спасибо. Дальше поехали. Мистер Чистер. Крем защитный, гидрофобный. Мистер Чистер. Такой же, но немножко не такой же. Не знаю, чем они отличаются. Два похожих тюбика. Профессиональная серия для защиты от разбавленных водных растворов, кислот, щелочей, цемента, извести, солей, щелочи, масляных эмульсий, дезинфицирующих средств. Ну, в принципе, то же самое, только вот у тюбик как-то выглядит по-разному. Ну да ладно. А ну и знакомая нам паста. Оптимальная очистка, очищающая паста для рук с абразивным веществом. В общем, такой песочек там внутри. Неплохо, кстати, отмывает руки от загрязнений и неплохо, скажем так, пахнет. Приятно. Достаточно приятно пахнет. 4 тюбика. Что, спасибо. Спасибо, Максим. Будем пользоваться. 2 тюбика у меня есть. Один я положил для общаковских нужд. Один тюбик я взял в трактор. Потому что я думаю, мы пока торопиться не будем их на работу брать. Там моющих средств подзавались. Будем брать их по мере необходимости. А может быть и возьмем, раздадим их просто в технику ребятам. Наверное, так и сделаем. Просто принесем, раздадим, чтобы у всех было. Ибо в поле, допустим, перед обедом руки всегда хочется помыть. Все-таки не будешь хватать слишком грязными руками. Поэтому спасибо, я думаю, да, так и сделаем. Кому надо, раздадим в технику. Ну, я думаю, так, перед выездом в сезон. Да я прям вот так же все упакую и прям в коробке принесу. Перчатки себе, конечно, хапаю. Ибо полезно при ремонте. Все, друзья, как-то так. Спасибо за презенты. Думаю, все останутся довольны. Все, всем пока, друзья. До новых встреч. Смотрите канал. Подписывайтесь. Ставьте большой палец вверх. Увидимся на очередных распаковках по ссылке, я думаю. И увидимся также на канале в дневнике тракториста. Все, всем пока. Так. Каталог мы тоже на работу отнесем. Будет неплохо.